1 марта казахстанцы впервые отметят День благодарности. Напомню, праздник учрежден месяц назад указом президента. Сегодня стало известно, что во время празднования планируются встречи с именитыми спортсменами и общественными деятелями. Благотворительные акции проведут для ветеранов войны, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Как заявили в Алматы, на встрече руководителей республиканских этнокультурных объединений, новая традиция должна еще больше сплотить народ, привить уважение к истокам и культурам разных этносов.